все, поехали. Давай, Як, вместе поехали. Да давай, давай. Чтоб люльку меньше шатало. Будет держать. Я тут самого шатаю. Давай, давай, давай. Шатай. Так, тут сейчас повыше сделаем. Ты главное на машину мне ничего не урони. Так, ладно. Давай. Держи. Вот эту держи, подноси сюда. Сейчас я по ней гляну. Так. Ну сюда, вот так вот, давай. Оттягивал? Нет, я просто кончиками режу, я же тебе объяснял. Держи, да, ленту держи. Одну, все. Да. Так, держи молоток. Так, как лучше сделать. Так, дай мне крепеж этот. Машинку. Сейчас посмотрим, если так будет держать, то так затянем, оставим. Держи молоток. Чувствую, у тебя карманы. Молоток пропадает. Замки, конечно, таблички вешать. Сюда надо было бугеля. Но будем надеяться, что сдюжат.
можно тянуть, и это хорошо. Давай молоток. Так, давай лебедку. Вытягивай чуть. Сейчас, держи, держи, сейчас. На крючок, блин, делась. Все, все, я держу пока, отпусти. Давай, сейчас подойдут, я просто туда не достаю. Люлька далеко, а? Надо, чтоб натянули, а мне достать до туда. Вот сюда достать, вот. Ну не в струну, ну поднять. Да где 6 пролетов? Это ты эти два видишь, а там сейчас они будут. Да? Ну давай смотри тогда. Вот сейчас натяжка пошла. Натянуты? Ну все, ладно, так оставим. Давай их. Вязку. Да, все может быть. Тем более там вязка от кругляка. Так, как я его хочу здесь сделать? Я его хочу сделать вот так вот, чтобы он вниз чуть-чуть. Ну вот последние там кусты были, вытащила его из кустов или нет? Тем более я его сейчас чуть-чуть отпущу. О, интернет отвалился. Сань, интернет отвалился. Да. Ну, вроде так висит. Так. Поехали сейчас в ту сторону закрепим. Сейчас.
А что с ним? Я его перекинул только. О, оторвался. Ну все, ему тут это. И срок пришел. Что он тут? Он ржавый был, отломался. Давай, Майна. Поехали вниз. А я еще длины не знаю. Сейчас посмотрим, где. И будем подбирать кусок. Ну вот он обрыв. На ту сторону сейчас поедем, посчитаем метраж. У нас кусков там сколько? 5 штук, наверное. А сюда бухту повешаем. Когда раз, сделаем. А что его сюда сматываете? Конечно, ну. Вон он оборванный. Там где-то, видимо, и выезжал, зацепил. Что тут? Ничего себе, слушай, струнка-то. Так, это пусть здесь, сейчас сюда. Там сейчас паяешь, потом сюда выкинем. Сейчас мы там закрепим, подберем длину, посчитаем. Потом у меня 5 бухт, 5 кусков. Я не знаю, где тот конец. Ну, я сейчас здесь сворачивайся, там поднимем сейчас, чтобы на земле не лежал. А то сейчас еще кто-нибудь поедет. Зацепит. Я не знаю, через одно, может через две. Ну сейчас мы туда подтянемся. Так, а нам тут надо, знаешь как? Давай пассатижи, бокорезы там. Нифига себе, вот это стеклопруток тут мощный. Так, держи. Ну их далеко не убирай с собой. Да. Ну, сними. Вот. Вот так поболтается чуть-чуть. Поехали туда дальше. Ты вот проехай до последнего, посмотри. А, ну сейчас, да, доеду. А то потом не перейдет. Ну да, да. Короче, тут полный попадос. Тут вся линия съехала. Строил рез, говорят, своими силами. Как могли. И настроили. Як, давай со мной. Тут будешь страховать, чтоб на ту сторону не упал. Кабель будешь придерживать. Чего? Давай, он ее сейчас поставит за 2 секунды. Запрыгиваем. Отлично, я смотрю, тут висит. Смотри, как сделали. На крюке висит. Ну, нормально, конечно. Для РЭСа нормально. Так, вязка есть.
Через дорогу оставим, а этот сейчас натянем. Так, десятка. Голый провод, фаза, скорее всего. Ну, 0,4. Поэтому ты тут это, сильно нас не крути. Кто-то по ресовскому крепежу свою соплю кинул. Какие-то эти, как их тут, домушники. А ресовская оптика висит, на чем получилось, в общем. Так, сейчас я тут проверю. Фонарка отключена. Ешь. Или ноль. Ну, сейчас я вон тот гляну. Чтобы знать. Тоже отключена. Фонарка. Ну, а что, ноль и фаза, фонари. Так, выше давай. Оп, к столбу ближе. Оп. Так. Ох, ё-моё, тут, конечно, трос тут заломало, но оптика, возможно, целая. Давай лебедку. Вот это говнище висит давно. Видно, что. Так. Как я вот эти городские сети ресовские обожаю. Видишь, когда-то здесь было. Это уже не первый раз срывает. Это уже времянка чья-то. Видимо, тут. Ну-ка, дай-ка. Я надеюсь, что тут не заломало, конечно, кабель. Очень надеюсь. Но тут надо будет по-хорошему вставку делать. Короче, тут всю линию надо чинить. Что-то не звонят. Да где нормально? Он сейчас телефон где-нибудь в буханке забыл. Так. Молоточек ешь. Как я надеюсь, чтобы у них тут оптика была целая. Так это чинить сегодня не хочется. Потому что будут просить починить. Так. А это чье это фуфло? Пускай тут как страховка будет. Да. Тросик уже гнилой. Скоро его жахнет.
Да, конечно, дороги вот переходить таким вот крепежом, это, блин, последнее дело. Я даже у себя вообще все поснимал на сети, вот такие крепежи нафиг. Начинали, когда думали, о, сейчас тросовым. Потом я посмотрел на это безобразие. По-моему, осталось, я не знаю, метров 400, наверное. Все никак сдемонтировали. Оба, все. Надо звонить, спрашивать. А что молчат-то? Ну. Подтянулся. Так, ну линия сейчас подтянулась. Еще тянуть. То есть он сейчас у вас просто на ушах висит. Зажим этот сняли, да? Так, ну говорите мне, я тяну. У меня тут. Нормально? Сейчас пока легко идет, очень легко. А, вот, пошла натяжка, чувствую, все. Все, вот так оставляю, да? Все хорошо. Еще с этим говнищем, с домушным тут разбираться, блин. Так. Пробуем вот так вот тогда. Я так раньше никогда не делал. Где-то на наге кто-то из ребят сказал, типа, а мы мотаем. Уже не помню, кто из комрадов. Ну вот, видите, пригодилась информация. Ну, я проверял так, что наматывал на базе. Думаю, надо же, держит. Ну, она держит только вот, получается, вот здесь сегмент круглого кабеля и сверху, где трос, вот этими местами. Естественно, сила заделки получается не такая, как производитель обещает. Но, тем не менее, смотрите, вытянули петлю. Но я очень надеюсь, что здесь... Пусть оно сломается, но не сегодня. Ночевать тут не хочется, да? У нас сколько? 5 мут с собой. Майна! Вот это, конечно, говнище скоро сломается. И полетит через дорогу, и какая-нибудь фура тут зацепит. Оторвет, конечно. Ладно, надо будет все это дело передать. Так, смотри, как теперь у нас натянуто. А, и вон та домушная веревка висит на ней теперь. Ладно, это уже не наши проблемы. Нам надо восстановить. Так, теперь едем туда, где какие-то мусорные баки. Там крепеж сорвало, надо повязать. Опа. Как нас еще гаишники не спалили. Мы тут по беспределу катаемся. По газонам, клумбам. Ну что, говорят, хвоста нету. Ну понятно, нету, потому что тут натяжной. Вот сейчас и будем натягивать. А как тут вообще было-то? А, вон он.
Ну-ка, сейчас глянем. Ну, родимый, я надеюсь, ты тут целый. Ну, вроде как. Ях, иди держи. Тут натяжной, они ухо ищут. Конечно, не найдут. Держи. Сейчас я собью их. Опа. Так. Это слабенькие они, да? Да они-то не слабенькие, они сильные. Причем это хорошие. С пластиковыми, да, это еще или алюминиевые. Вон их. На пластиках сорвало. Так и поотрывало, понятное дело, что под такие нагрузки. Вон, видишь как? Угу. Так, нам надо сейчас стараться зацепить, чтобы вот в этом месте было. Вязок-то у меня осталось-то. Фиг да нифига. Еле ходят. Устали уже. Жень, держите кабель, а мы поехали наверх. Ях, подавай мне хвост. Ребят, держите его, чтобы он там, петля, не упал на дорогу. Стой, стой, Яху заберем. Жень, там придерживайте, чтобы он там на дорогу не падал. Дальше, дальше, дальше. Дальше, мне здесь поднимать надо будет. Вот здесь держите. Натягивайте, во, вот так. Но он же там, где машины по нему ездят. Все, сейчас. Да вы не упирайтесь, он там поднялся нормально, лишь бы не отпускать. А, вот и этот самый. Оп! Все, стой. Так. Давай, Ях, сперва мы подготовим. Все. Лебедку давай. Держи. Кабель держи. Одной рукой, сейчас я... Сань, выдвини туда, в пролет. Як, держи, чтоб не уронил. Нет, ты его это, туда дальше выдвигай. Вы его отпускайте, только не резко, чтоб там мало ли кто едет, чтоб заметил. Отпускайте, все. Як, держи сзади меня. Сзади меня держи. Все. Отпускайте. Все, вы выше, выше. Оп, стой. Тихо, что ты так тянет-то на меня? А, это ты меня, что ли, тянешь так? Ну, блядь, отпусти чуть, во. Лебедки. Идите туда, глядите, кто-то поднялись пролеты или нет. Жень, позвонишь, да? Так, а у нас в эту сторону сип вязко, сильно нельзя тянуть. Пусть он посмотрит.
Я слежу по этому просто. Не дотянуто. О, гайцы проехали. Ну, мы вроде на обочине. Сейчас что скажет? А, мы вон там же тянули, где реношка синяя, правильно? Алло? Нормально. Все, креплю. Сань, до крепежа докинь. А потом с этой стороны. Все, туда давай. Я вязку давай. Не, проходил бы. Прошел бы. Оп, выдвиги, выдвини. Давай вязку. Натяни, Жень! Натяни! Натяни! Блин, что ты... Во! Вы когда его тянете, смыть, чтобы этих баранов не было, а то сломается моментом. Лучше вот петлями. Так, а туда хватит, нет? Ну-ка. А, ну все. К тому столбу ставьте лестницу и пока курите. А? А здесь я сейчас натяжной буду делать, перевязывать ленту. Все, он здесь оборван уже. Здесь муфта будет. Так, вы туда ставьте пока. Сейчас буханка пусть подъезжает сюда, на эту сторону. Сейчас мы рулеткой померим расстояние и посмотрим по кускам, которые у меня есть, какой подойдет. Хорошо. И здесь будем его... Выставляйся, Сань! Натяжной делать будем с двух сторон. Так, Ях, пойди возьми два натяжных. А, есть у нас один. Ладно, мы один повешаем, нам тут хватит. Ну, полезли, что. Сейчас натянем. Да, да. Все, бери рулетку или шагами, или рулеткой мерите, чтобы точно было. На полке нет рулетки?
сверху на полке. На полке. Сверху, сверху. Под муфтами. Под муфтами. Во. Все, мерьте от столба до столба два раза. И на спуске добавим. И надо тогда будет смотреть маркировку на бобинах. Ну, от этого столба и туда. У меня рулетка всего 50 метров. Поехали. Так, Як, давай ты тогда туда. Держишь? Вот сюда. Во, харе. Это бухту будем вешать. Практикую такую штуку. Оба, чуть конусу. Не шоркнул лентой. Видишь как? Надо самым кончиком подорезать. О, улетело сюда. Ну ладно. Да я вот сюда, говорю, улетело. Теперь доставать. Будет неудобно. Держи. Что-то я так длинно-то отрезал. Она там зацепилась что-то. Чего? Перебор. Да что-то мега перебор. Сколько? Жень! Жень! Сколько получилось? 95 от столба к столбу, да? Ну, спуски по 10 метров. 115. Ищите там бухту нужной длины. По меткам. Если не видно, то разворачивайте ее и мерьте рулеткой. Только не самую длинную, там есть и 200 метров.
Мне 200 метров жалко. У тебя молчишь, как партизан. Сань, с той стороны можешь завести. Ты кабель держи. А это будет тоже хорошо. Давай так. Если выдвинется. Ну, понятно. Ну ты-то да, я-то нет. Ты отдохнувший, а я уставший. Оп! А, только собираюсь. А чуть-чуть от столба и пониже дай. Во, пониже чуть. Оп! Сейчас я чуть это... Сейчас я прицеплю. Да сейчас натянет. Ну дай хоть почитаю. Оптический кабель СОК. А-а-а, Самара. Понятно. Оба. У-у-у. Нифига себе. Ну-ка дай-ка на видео покажу. Это кабель у них скоро выйдет из строя, если он так трется об столбы. Дотерся. Оба. Бери давай. Дотянешься. Держи. Только смы не облюльку, а то там заломаешь. Он там еле-еле душа в теле. Ях, отпускай. Да. Чуть-чуть верни. Оп. Сейчас. Рез пригнал люльку свою. О, пошла натяжка. Нормально? Давай вёску. Чуть повыше подними, чуть-чуть. Оп. Даже. Не, ну, сколько ты говорил здесь? 94, 115 хватит, да. Ну, 20 метров. А там есть еще не маркированный, да? Не, 105 мало. 100. Ну, давай 115, который. А что пробовать? Ну, если там 115, то раскатывайте. Вы его вот здесь раскатайте прямой. Мы его вытянем с запасами, чтобы потом затянуть назад, вот он там ездит. Ну, к мусорке поднесите, раскатайте здесь кусок, и все. 100, 180, это мне жалко. Жаба давит за 180.
Сейчас мы их озадачим, они будут промежутки снимать, кататься и вешать спиральки. Сань, давай пока вниз. Пока вниз, но не складывайся. Сейчас натягивать будем. Так, а у нас та лягушка. А, ну у нас. Пока глуши. Все, вот этот смотай на выброс и в мусорку его. Вот этот, да не пассатижи. Так, у меня время на 18 минут осталось только. Карточки. Карточка маленькая. Не придави. С этой стороны придерживайте, а мне подадите хвост. Отпускай там, отпускай. Косяк, надо перебрасывать через полевку. Перекидывайте через полевку, вон там подальше. Кабель, кабель возьми левой рукой, поднимай выше, а правой кидай петлю. Ничего не умеет. Вот и все. Сань, сюда положи. Держи конец, держи конец. Все, отпускай. Сань, дай майна чуть. Во, отлично. Не, а я сейчас, видишь, как будет перекос сильный.
Я скинсталовский, одноразовый. До конца нельзя закручивать. Блин. Чуть-чуть вира дай. Оп. Вот, вязки инстал. Один раз сняли, повисело несколько лет. Видите, как с ней вообще абразива нет. А вот новая. Новая, конечно, красавица. Так. Но это претензии-то не к инсталу, просто тип вязок такой. Все, майнуй! Давай вниз. Ну, как удобно кругляк соединять с тросовым, с таким. Майна. Украду у тебя вот этот. Может, все, что там есть, все забрать. Не, все. Я не надо. Это Волая поедем, там выгребу. Ты надолго в отпуск? Кто же меня будет волом катать? Не склоняйся. Я 2 недели подожду. Не ради надо, того, чтобы нет, с тобой поработать. Да что? Ну что, будем с бритвой работать? Вот, с ним можно. Ему КамАЗ домой дают, в деревню. Все, ладно, я погнал. Так, ну что, я что делаю? Все, спасибо, да, давай. Давай. Этот не надо, никакой там маршрутный лист подписывать. Все, да. Давай. А вы ее рано привязываете. Вышка ушла, а поднимать муфты наверх как бы. А то он в отпуск уже, у него море, билеты. Поэтому он это сам. Кабель нет, надо туда же отвезти, где брали. Это я очень надеюсь, что нигде волокна не передавило. А то будет большой привет. Все, Ях, муфты давай варить. Капец. Вот это марафон. Сейчас водички попить, чуть отдохнуть. Выставляй сюда стол, сюда концы, хватит, я думаю. Здесь и будем делать. Вот так вот. Карточки осталось на 2,5 минуты. Поэтому восстановительные работы засняли. А как делать муфты? Ну, что-нибудь, может быть, сейчас с телефона как-нибудь, если там батарейка целая. Так, первую муфту сварили. Подрезать не стал. Разделал не сильно длинную. Не хватило чуть-чуть сюда. 10 сантиметров. Ну, поэтому их подтянул. Поэтому тут сейчас чуть-чуть они не по большому радиусу. Ну, в принципе, нормально. Так, термоусадки не забыли надеть. Сейчас будем заплавлять. И потом на вторую муфту.
Thank you.
We'll be right back.